Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня коротенькое видео, я хочу вам показать, как я тренирую руки, бицепс и трицепс. Используя, по сути, суперсеты, но не классические, как это принято общеместно, я против тренировки любой, вы знаете, где, как в кроссфите, один подход идет за другим подходом без отдыха, это вредно. Кроссфит вреден именно поэтому, я снимал об этом ролики и придется, наверное, еще снимать. Все вы знаете, что он увеличивает левый желудочек, но мало кто знает о таком синдроме, как рабдомиолиз. Это такая крайняя степень разрушения клеток мышечной ткани. Там происходит попадание этих клеток в кровоток, затем в почки, и может быть очень серьезная проблема, может развиваться почечная недостаточность и даже приводить к смерти. Именно поэтому, друзья, я против тренировок с отягощениями, когда они идут без перерыва. Что, в принципе, впервые я услышал от Дориана Ятса. Все-таки мы занимаемся силовым тренингом, а не аэробикой. Кому интересно, пусть продолжает пропагандировать кроссфит и другие виды тренинга. Мы занимаемся совершенно другим. Сегодняшняя тренировка у меня в пампинговом режиме, не очень большие веса. Повторений 12-15, а то и больше. И закачка крови в работающие мышцы. Чем отличаются мои суперсеты, многие могут спросить, от общепринятых? Очень просто. Я выполняю подход одного упражнения, затем отдыхаю минимум 30 секунд. Обычно это 40-50 секунд, в зависимости от того, как происходит восстановление дыхания. Ориентируюсь я в своем тренинге всегда на восстановление дыхания. И если вы будете делать точно так же, придерживаться подобного совета, у вас никогда не будет проблем со здоровьем, вы в принципе можете избегать травм, потому что если у вас будут силовые тренировки, организм сам будет вас подталкивать, подсказывать, что вам нужно отдохнуть от 2 минут и выше, и больше. А когда у вас короткие тренировки, может быть, более интенсивные, с меньшими весами, как это происходит при пампинговом режиме, то и организм будет восстанавливаться между упражнениями, между подходами быстрее. Но, повторюсь, не рекомендую никому выполнять подход за подходом без перерыва. Минимум 30 секунд. Берите это за ориентир. Итак, когда я выполнил один подходик на трицепс, я отдохнул 30 секунд, 40 секунд и выполняю подход на бицепс. Здесь вы видите, я работаю в новом тренажере от Николая Ясиновского. Я уже делал обзор, это тренажер для спины, для задней дельты. Но мне здесь очень нравится работать именно на руки, делать разгибания с верхнего блока и подъемы на бицепс с нижнего блока. Основная задача, как и везде, чтобы локти оставались на месте. Обратите на это особое внимание. Они не должны у вас ни при работе на бицепс, ни при работе на трицепс двигаться. Остаются в одной точке. Следующая серия, а будет у меня сегодня 3 таких серии, больше всего подходов. По 5 подходов на бицепс и трицепс я делаю в первой серии, чтобы хорошенько разогреть локти, разогреть суставы, подготовить к работе мышцы. И в 2 последующих сериях я делаю по 3 упражнения. По 3, точнее, подходика в упражнении. В каждой серии 2 упражнения. Одно на бицепс, одно на трицепс. 3 таких серии. Получается 6 упражнений. По 3 на бицепс и по 3 на трицепс. Первое упражнение, как вы видели, на трицепс было разгибание одной руки из-за головы в специальном тренажере. И вот шикарнейшее упражнение, тоже просмотренное мною у Дориана Ятса, это сгибание в тренажере одной рукой. Я могу здесь очень четко сконцентрироваться на работе бицепса, что очень-очень нравится мне, и, естественно, получаю больше закачки
в работающую мышцу. Здесь очень важно сидеть как можно ровнее, не делать, как многие, уводить локоть вниз, сильно уводить плечо вперед. Это, кто знает анатомию, не только бесполезно, это еще и опасно. Опасно именно для плечевого сустава, опасно для сухожилия. Посмотрите, есть ролики с полным раскладом анатомии, поймете почему. Связано это с креплениями, с тем, как проходят сухожилия, связки через наши суставы. Это очень важно понимать и знать. Также важно работать в данном упражнении, оставляя локоть ближе к голове. Почему у меня так не происходит в идеале? Потому что плечи у меня травмированы, особенно левая, и я стараюсь выполнять любое упражнение сейчас, к сожалению, в той амплитуде, которая не вызывает усиления боли. Обращаю ваше внимание, именно усиление, потому что боль в суставе у меня присутствует теперь постоянно. Нужна операция, стоит она $30,000. Пока я не могу потратить такие деньги или не хочу, ждем, в общем. Поэтому работаю. Тренировки, как вы знаете, бросать не вариант, приходится работать. Очередная серия разгибаний на трицепс. Больше всего на руки я люблю работать в таких упражнениях на одну руку, больше концентрации, легче сконцентрироваться на работе. И очередная серия сгибаний на бицепс. Держите паузу в верхней точке, напрягайте мышцы и обращайте внимание, на что я всегда стараюсь сконцентрировать ваше внимание. Это на негативной фазе. Негативная фаза важнее позитивной. Поэтому позитивную можно и нужно производить во взрывном стиле, во взрывной манере, мощно поднимая вес. А вот негативную фазу, когда вы отпускаете вес, необходимо затягивать как минимум в 3 раза дольше, чем позитивную. Это даст вам невероятный плюс к полезности тренировки, что вы, в принципе, сами почувствуете уже после первого раза. Запомните, в плане роста негативная фаза всегда важнее позитивной. И переходим к заключительной серии. В отличном тренажере для трицепс начинаем работу. Разгибания, в принципе, похожие на разгибания в кроссовере. Единственное, локоть уведен вперед относительно нашего корпуса, относительно тела, но тоже зафиксирован. И здесь его держать неподвижно гораздо легче. Третьим упражнением заключительным на бицепс будут обратные подъемы. Их тоже крайне необходимо делать именно для брахиалиаса. Многие качают бицепс, но не видят роста, увеличения объема руки. Почему это происходит? Потому что бицепс находится над брахиалиасом. Брахиалиас, по сути, та мышца, которая поддерживает бицепс. Если вы не будете развивать брахиалиас, бицепс увеличиваться в объемах будет, но визуально этого не будет. Он будет как бы проседать внутрь руки. Попробуйте, если вы не делали, делайте сгибания молотом, так называемые хаммеры, обратные подъемы, и вы увидите, что уже через 2-3 недели ваша рука реально увеличится в объеме. Но не забывайте важную аксиому, что трицепс всегда должен быть больше и сильнее бицепса, и стараться уходить вперед от силы и объема бицепса, а бицепс должен догонять трицепс. Только тогда вы гарантированно будете обеспечивать и грамотное развитие руки. Оно будет смотреться очень мощно и красиво. Но что самое главное, вы будете сохранять всю природную настройку, биомеханику. И локти у вас не будут болеть. У большинства людей локти болят только по причине именно того, что люди преимущественно любят прокачивать свои бицепсы. Забывая или не хотя прокачивать трицепсы. Это касается как парней, так и девчонок. Обращайте на это особое внимание. Помните, что мы с вами тренируемся в первую очередь для сохранения и улучшения нашего здоровья. А сила и красота уже второстепенные, друзья. Надеюсь, друзья, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои вопросы. Вы знаете, я на все адекватные отвечаю. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.
Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайк. Если нравится, комментируйте, что понравилось, что не понравилось. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем счастливо и удачи, сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.